Это псевдоцуга Blue Wonder, посаженная в прошлом году. Также хочу сказать, что пиццерия Abies Cruenta есть в нашем садовом центре на Волхонском шоссе. Это пиццерия Pungens Metzger, посаженная в прошлом году, растет довольно быстро. Это пиццерия Abies Alba Spicta из питомника Калснава, посаженная 4 года назад. Настолько прекрасная, что даже понравилась птичкам. Это пиццерия Abies Cruenta, посаженная 4 года назад. Питомник Калснава. Это пиццерия Abies Lieta от Эдвина Смита. Растет в один ствол, но птицы в прошлом году сломали макушку, и вот она так теперь интересно растет. Посмотрим, что будет дальше. Это такая интересная ель, пиццерия Morica Meander из питомника Микофлор. Этот красивый дуб, это дуб Аурея. Это пиццерия Abies Redman. В нашем садовом центре он был из питомника Дороб. В этом году был привоз из этого питомника. По нашим наблюдениям, это самый яркий сорт из всех красноприростных сортов елей. Очень интересный сорт. Для примера, это ель Вастер Готланд. До сих пор держит красные приросты, несмотря на то, что растет на полном солнце. Эта ива привезена из питомника ивы и бамбуки в 22 году. Это лиственница Blue Rabbit. Хотим показать вам огромные приросты. Почти с мою ладонь.